До свидания. Макс Галкин! Ой! Ой! Ой, Мерхор! Седьмая кабина. Алло! Алло! Чита! Вторая кабина. Говорите громче, да ничего не слышно. Ты... Алло! Алло! Я говорю, закрой будку. Алло! Я не тебе! Алло! 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 Милый, милый, это ты! Алло! Я, любимая, это ты? Да я! Что так голос у тебя изменился? Ты не заболела? Это, наверное, от волнения. Милый, у меня для тебя такой сюрприз. Но сначала я хочу в тысячный раз повторить, что ты... Идиот! Как? Ты понял меня? Повторяю, идиот! Но это еще не все. Еще... Кретин и придурок! Милый, признайся, ты же давно хотел это услышать! Честно говоря, не знаю, что тебе и сказать. Спасибо, родная. Рано благодаришь, ведь главного я тебе еще не сказала. Может, не надо? Надо, любимый, надо. Главное, это то, что нас уже трое. Ты, я. И сосед-алкоголик. Я так соскучилась, ведь ты дома не был уже. 64 года, это не шутка. Да закрой рот! Я говорю, закрой рот! Ты лучше скажи, где ты шлялся все это время? Кобель! Кобель? Да, да, мальчик, мальчик! У нас мальчик родился! Хочешь, я тебе его опишу? Это настоящий богатырь, копия ты! Морда синюшная, ноги волосатые и кривые. Мешки под глазами, пузо по земле волочится. Ниже ростом, только губин. Я же говорю, копия ты, мы с мамой ему уже... Зубы вставили, наконец-то. Тут в интернете адрес, да, www.zubov.net. Такой сервис, только в кресло сядешь, тебе говорят... Будешь орать, убью. Такая докторша душевная попалась. На прощание даже сказала... Закрой рот и вали отсюда. Да, а так все хорошо, только сосед алкаш достает. Имя у него еще чудное. Какое имя? Слушай, я как раз тебе хотела сказать... Как я решила назвать нашего малыша? Я решила назвать его... Отморозок! Как? Повторяю, от
отморозок. В честь тебя, тебе нравится? Ну, имя своеобразное. Отморозок Игоревич. Звучит. И самое главное, характер у него точь-точь твой. Бабник, каких поискать. А что, это уже как-то проявляется? Конечно. Как только девку посимпатичнее видит, прямо мурашки по коже. Слушай, не знаю, что делать. Его от груди не оторвать. Мальчик разве не по годам? Весь в папку. Это еще что? Как налижется, так песни орать начинает. Мы уже по стенке стучали и по батарее. А он что? Да только матом кроет. Да откуда он слова-то такие знает? Хотя... Я же говорю, копия папа. Слушай, ты знаешь, каким было его первое слово? Не надо. Нет, милый, другое. Его первое слово было... Козел. Это он о тебе. Ты счастлив? Я тронут. А это, между прочим, сразу чувствуется. У тебя, кстати, давление не скачет? Ну, бывает к ночи иногда разочек. Да меня не интересует твоя интимная жизнь. Ой, ты помнишь, как ты со мной поступил? Я тебе напомню, мы встретились. Когда Гагарина в космос запускали, помнишь? Да я тогда еще не родился. Что? Не родился. Да родился, родился уже. Господи, не может поверить. Слушай, домой приедешь, ты сам его увидишь и рот раскроешь. А мы тебе челюсть вставную купили, не забыли. Да, чуть не забыла. Привези нашему малышу слуховой аппарат и девку посимпатичнее. Ну все, надо заканчивать. Как приедешь? Под руку мне не попадайся. И не звони мне. Кобель, бабник, ненавижу. Я сама тебе позвоню. Ну все, милый, целую. Как обычно, под лопатку и в мягкое место. Ну, счастливо, до скорой помощи. Отъезжаю, ждите. Елена Воробей, Светлана Рожкова и Игорь Маменко. Дело в том, что мы живем в богатейшей стране. Вы посмотрите, у нас всякие там моря, океаны, реки, полные рыбы. У нас леса, у нас недра всякие. А живем мы как-то не в соответствии с этими богатствами, правильно? Вот в какую страну не приезжаешь, везде живут лучше, чем мы. Вот хоть в Монголию. Монголы довольны, хорошо живем, с Америкой торгуем. Мы им лошадей по железной дороге, а не на Майкла Джексона по телевизору. Я уже не говорю о других высокоразвитых странах. Вот посмотрите, в Европу приезжаешь, да? Люди ходят какие-то спокойные, какие-то такие благополучные. На улице никакого мордобоя, полиции нигде не видно, а кругом порядок. У нас на улице милиции полно, на улицу выйти страшно. И ничего удивительного. Знаете, анекдот есть такой, народный. Девочка нашла в песочнице пистолет и говорит: дяденька милиционер, это не ваш пистолет? Он говорит: что ты, девочка, я свой еще в прошлом году потерял. Что ж такое, посмотрите. Вот в Японии ни одного полезного ископаемого, кроме самураев. Весь мир заполнили своими машинами и компьютерами, да? У нас вся таблица Менделеева. Ничего, кроме этой таблицы, никуда продать не можем. Так хорошо делаем. Один японец, даже уезжая из нашей страны, сказал: а зато дети у вас замечательные. Дети у вас прекрасные. А все остальное, что вы руками делаете, у вас не получается. Но давайте подумаем, почему же не получается тогда? В чем дело? Может, мы такие бездарные, а? Да нет ведь вроде. Вроде же мы столько в науке, в технике пооткрывали, что весь мир до сих пор закрыть не может. Весь мир читает Достоевского и Толстого, весь мир слушает Чайковского и Рахманинова. И это еще они не видели нашего дитя порока Борю Моисеева.
Так в чем же дело, а? Давайте посмотрим, чем мы от них отличаемся. Давайте возьмем вот японцы. Вот японцы, говорят, жутко трудолюбивые. Японский рабочий пришел в понедельник с утра на работу, сразу начинает работать. Наш рабочий не сразу, а только во вторник. И хорошо, потому что он за понедельник так бы наработал, всю неделю переделывать бы пришлось. Возьмем теперь, смотрите, давайте возьмем немцев. Немцы, они только работящие, они еще точные. Вот немец сказал завтра в 3. Можете быть уверены, что завтра в 3 он будет точно на назначенном месте. Наш сказал завтра в 3, но забыл год уточнить. Поэтому завтра в 3 его можно встретить в любом месте, кроме того, где договорились. Американцы, они те и работящие, они точные, и они бережливые. Американец заработал и в дело. Еще заработал и еще в дело. Наш новый русский хапнул куш, а потом по известному маршруту Мерседес, кортеж, Армани, пальба, гульба и шиш в кармане. Но еще чем мы от них отличаемся? Тем, как мы пьем. Это особая история. Вот немец. Вот немцы как пьют. Вот немец залил брюхо пивом и сидит довольный, яволь, яволь, и домой шпацирован. Правильно? Американец налил 50 грамм виски, разбавил стаканом содовой и сидит весь вечер потягивает. Это он выпивает. А если уж захотел напиться в дупель, хватанул 100 грамм рома, поорал и можно выносить. Китаец выпил чашечку рисовой водки и сидит весь вечер хохочет. И как был до выпивки косым, так таким и остался. Наш человек как засосал литруху, как рукавом занюхал и на неделю в запой. И орёт, как немец, и ржёт, как американец. На утро глаза такие, что китайцу рядом делать нечего. Во всем мире люди пьют по разным причинам. Кто для возбуждения, кто для настроения, кто для аппетита. Наши люди пьют только по двум причинам. Либо с горя, либо на радостях. Я видел одного человека, который с горя выпил столько, что ему стало плохо. Тогда он на радостях выпил еще больше. Слушайте, мы если пьем, то в укатуху. Если свадьба, то так напьемся, что утром просыпаемся, невеста со свидетелем в одной постели, теща с женихом в другой. Если поминки, то так помянем, еще троих похороним и снова помянем. Ну и, конечно, воруем. Все, от мала до велика, берут все, что плохо лежит, и несут домой, чтобы лежало хорошо. У нас не воруют, может, человек 300, да и то потому, что они уже сидят. Там в Америке, говорят, изобрели какой-то сейф, который болтами приворачивается к стене, и ни одной отмычкой его открыть нельзя. Да кто его у нас здесь отмычкой открывать-то будут? Сопрут вместе со стеной от дома. Деньги выгребут, а этот сейф еще в металлолом сдадут. Мы ведь за последние годы столько вынесли из этой страны, из банка, с фабрик, завод, фирм, полей, огородов. Ведь это про нас, сказал поэт, вынесут все. И широкую, ясную, грудью дорогу проложат себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Будут Мавроди и вечный ББ. Ой, я вам скажу, я кислые рожи видеть не могу. Вот я как рожу кислую увижу, так я обязательно в нее что-нибудь пошучу. Особенно люблю разыгрывать. Слушай, меня хлебом не корми, дай кому-нибудь подлянку устрой. У меня знаешь, какая шутка любимая? Значит, на остановке троллейбуса оттягиваю вот эти штанги, выберу кого-нибудь поинтеллигентнее мужика и говорю, подержи, пока я троллейбус починю. Он, конечно, держит, а водила жмет на рычаги. А троллейбус-то не идет. Водила выскакивает, видит этого интеллигента, который держит, бьет ему по физиономии. Штанги назад на провода становятся, и троллейбус с горочки поехал. А водила бежит за ним, орет что-то. Эти пассажиры внутри умирают со смеху. Женщина говорит, ой, мужчины, перестаньте нас смешить, а то мы сейчас все здесь... Он говорит, я не знаю, что с вами будет, когда вы узнаете, что я водитель этого троллейбуса. Тут сеструха моя замуж вышла за придурка. Ну, чистый придурок, доцент из института. Ну, она выходит, решила замуж за него выйти. Я вообще не знаю, он, да какой придурок, просто дурак. Я вообще не могу понять, как он своим студентам
вообще науку объясняет. Вот я ему говорю, вот скажи, пожалуйста, вот конфеточка такая есть, подушечка называется. Вот скажи, пожалуйста, как туда внутрь повидло попадает, если дырочки ни одной нету? Слушай, он две ночи не спал, потом три дня за мной ходил, спрашивал, как туда внутрь повидло попадает. Ну, я ему сказал, беру творение. Постелим лягушку подложил. Сеструха утром встала, пошла в магазин, это просыпается, а у него на подушке лягух сидит и глаза на него таращит. Он как зарет, караул, грабят! А кто его грабил-то? Ну, я, конечно, влетел. Говорю, что ж ты с моей сеструхой-то сделал? Он говорит, честное слово, я вчера так напился, я ее пальцем не трогал. Я говорю, ну тут здесь не пальцем. Здесь серьезнее дело. Он говорит, слушай, а что теперь делать? Я говорю, поцеловать ее, она снова сеструхой станет. Этот придурок нос зажал, глаза закрыл, давай челомкать эту лягушку. А тут сеструха возвращается, говорит, ты посмотри, за кого ты замуж вышла. Он же зоофил. Слушай, он меня чуть не убил, он с кирпичом за мной два часа гонялся. И навел меня на мысль. Я ему в ванной вот эту вот мочалку его, поролоновую, красную, кирпичом заменил. Жена ему как тиранула до самого копчика. Это я уж по крику его узнал. В следующий раз он орал, когда я ему в пиво шампуня налил. Он сначала пил, хвалил, говорит, свежее пиво какое, посмотри, как пенится. А уж как пиво у него из всех дырок пошло, он орал, успокойте меня, успокой. Я его успокоил. Я его так успокоил, я его так затормозил. Слушай, я ему во все бутылки из-под коньяка тормозную жидкость залил. Он, конечно, хватанул, ох, он затормозился. Он лекцию студентам вместо двух часов трое суток читал. А тут лето приходит, сижу на лавочке, думаю, что бы еще придумать. И представляешь, мячишка детский лежит резиновый. Я мячишко-то разрезал, кирпичик туда вложил и на дорожку. А тут этот придурок из института возвращается. И нет, чтобы мимо пройти. И нет, чтобы слегка так подбить-то, да? Со всего размаху врезал так, ох, он орал. И он орал, и главное, тот мужик, которого он мечом в голову попал. Он, конечно, оглядываться стал искать меня. Я уже под лавкой со смеху помирал. Но они вдвоем меня и под лавкой нашли. А встретились мы уже втроем в больнице. Но я ему здесь покоя не дам. Я сейчас в туалете к унитазу через трансформатор два электрода подвел. Все жду, когда он туда зайдет, и эту цепь замкнет сам с собой. Все. Я так понял, у ребят сегодня серебряная дружба? Я думаю, если бы они были в камеди-клабе, их дуэт назывался бы «Сестры Гальцевы». Да. Да, скорее всего. В общем, счастья вам, здоровья, творческих успехов и юмористического мира на нашей земле. Правильно? А сейчас, дамы и господа, встречайте. Волшебник, фокусник, маг, целитель, чародей, ясновидящий, профессор белой, магистр коричневой магии, великий Геннадий! Пиу, 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 рим, пиу, 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 уи, пиу, пиу, уи. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Вас родила женщина. Вы учились в школе. Здесь у кого-то есть дети. Вы хороший человек, а вы не хороший, подеритесь. Скажите, Ива, Ива. Скажите, Ива. В попе слива. Спасибо. Потрясающе. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Уи-пиу, пиу, пиу. Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Пиу-пиу, 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 пом, пи-пи-пиу, пиу-пиу, пиу-ри, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу, рин-дин-тю-пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу, пиу-пиу, пиу-пиу, рин-дин-тю, пи-пи-пиу. Уи, пи-пиу, пиу-пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу, пи-пиу, пиу-ри, уи, пиу, пиу-ви, пи-пи-пиу, пи-пи-бри, пи-пи-пи-бри. Пи-п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 и
Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Великий Геннадий! Спасибо! Представьте, идет мистер Олимпия, чемпионат мира по бодибилдингу в Нью-Йорке, и нашу страну представляет молодой, симпатичный бодибилдер из Краснодара. И все как-то в этот день не заладилось. And now, ladies and gentlemen, the most popular, the most best popular bodybuilder from Russia, Alexander Zvistoplastex. Свистоплясов. Александр Гвиздоздорстлес. Свистоплясов, я Саша Свистоплясов. Александр Звистопластекс, я Саша Свистопластекс. Я тебя потом побью рукой в нос. Саша Свистоплясов, я из Краснодара, объявите, пожалуйста, я проиграю. Александр Звистоплясов, Краснодас. Сам ты Краснодас. Я найду тебя, слышишь? Давайте фанеру, ставьте фанеру, пожалуйста. Александр Юрьевич. Что еще? Катастрофа. Что такое, Егорка? Вашу фанеру с терминатором заживало. Я поубиваю вас всех, я поломаю тебе позвоночник. Быстрее сделайте что-нибудь. Слушайте, есть выход. Что? У вашего водителя в газели какая-то кассета лежит. Ставьте что-нибудь. Ну, хорошо, ставим. Где мой терминатор? Поубиваю гадов. Ах, как хлеб стоял, раболепствуя перед ветром рвущим колосья ржи, а сердце цвело и лицом село. А вы меня подставляете, а? Мне же неудобно вообще. Где мой терминатор? Есть еще что-нибудь? Быстрее! Александр Юрьевич, у меня там на мобильнике мелодия есть из мультика. Ставьте что-нибудь повеселее, я проиграю. Что ты поставил? Я... What's going on here? Александр Свистоплясов! Russia. Ну, настала моя очередь выступать перед вами, поэтому я для начала расскажу анекдот. Два мужика разговаривают, один говорит, вчера жену в зоопарк водил. Ну и как? Не взяли. Таланты же разные бывают, да? Один о скрипке умеет скрипеть, другой кошельки таскать, а у меня особый дар. В любом собрании могу на любую тему, любую речугу толкнуть. Вот прошлой зимой, когда сезон зимнего плавания открывали, ну, когда эти моржи босые на льду у полыни выстроились, так я безо всякой бумажки речь полтора часа толкал. Ну, правда, поплыли потом не все. Некоторых потом автогеном вырезали. У меня этот талант от рождения. Я когда только говорить научился, первым делом же не мама, папа сказал, а речь засадил на тему «Прочь отцовский ремень от непоротой детской задницы». Этим живу. Правда, работа у меня сезонная, от выборов до выборов. А есть-то каждый день надо. Жена шубу требует из писца, теща зубы вставить надо. Причем она просит два ряда. Сын какому-то новому русскому в багажник Мерседеса врезался. Это ж только в анекдотах на запорожцах въезжают Мерседесы. А сынуля мой на асфальтовом катке покататься решил. В общем, деньги позарез нужны, а тут как раз выборы нагрянули. В одной области на должность главы баллотируется Козлов, а на его зама Трищенко. Ну, я из Москвы прилетел, еще подготовиться как следует не успел, как штабной уже кричит, давай, Калюня, оратор наш, спасай, народ уже на площади, иди говори, сегодня твой праздник, день мели оратора. Выхожу на трибуну, на площади полутьма, кто там внизу не разберешь. Я штабного спрашиваю, что за аудитория? Он говорит, кажись, демократы. Ну, я микрофон в зубы и давай. Дамы, кричу и господа,
разрешите мне от лица общественности и лично от своего лица поприветствовать вас и в вашем лице весь наш народ, лицо которого вы здесь представляете своим лицом. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Дамы, кричу и господа, 75 лет наш народ стонал под игом коммунистов. В результате крестьянин спился, рабочий обленился, а интеллигент морально разложился. И только теперь, благодаря победе демократии, коммунистическая гидра похоронена раз и навсегда. Да здравствует капитализм, светлое будущее нашей российской глубинки, его яркие представители Козлов и Трищенко. Оба они пострадали от советской власти. Козлов от псориаза, Трищенко от инуреза. И тут слышу штабной говорит: извини, накладочка вышла. Мне только что сказали, что на площади не демократы, а коммунисты. Вот, думаю, блин, домет тебе в зубы. Но продолжать-то надо. Дома жена без шубы, теща без зубов, сын с фингалом. Поэтому рвут дальше без остановки. Товарищи, кричу, дамы, и товарищи, кричу, господа. До каких пор мы будем терпеть власть продажных демократов, платформу которых я вам только что изложил? Да, наш народ действительно 75 лет стонал. Но он стонал от удовольствия, что имеет такую партию, которая так имеет его. Да если бы не Октябрьская революция, рабочие крестьяне спились бы еще раньше. Я уже не говорю об интеллигенции, которая только благодаря мудрой политике партии научилась пить по-рабоче-крестьянски. Одним словом, вперед-назад к победе коммунизма, его ярким представителем Козлову и Трищенко, которые 10 лет руководили банно-прачечным трестом и никогда не пользовались своим служебным положением, ни разу не постирались и не помылись. И тут, слушай, штабной опять говорит: тормози, опять накладочка вышла. Это не коммунисты, а представители разных религиозных конфессий. Протестанты, баптисты, буддисты и поклонники шаманов Крайнего Севера. Ах ты, говорю, блин, да метки тебе в зубы. Но делать-то нечего, надо продолжать. Братья, кричу, и сестры, баптисты и баптерки, шамани и шамовки, голосуйте за Козлова и Трищенко, потому что они ходят оба к причастию и где и причастию. Мало-помалу камлают с бубном у костра, и оба верят в Будду. Вот среди ночи разбуди и спроси: водку будешь? Всегда скажут: буду. Тут штабной откуда прибегает, весь в мыле, стонет. Там на площади одни феминистки борются за права женщин. Ну, про блиндомец вспоминать некогда. Я микрофон в зубы и кричу: одномандатницы! Под чьим игом мы только не стонали! Под рабочими, крестьянами и под интеллигенцией! А ничего не чувствовали, кроме запаха перегара! И от кого же мы, бабоньки, будем теперь рожать, если крестьянин спился, рабочий обленился, а интеллигент так и не научился? Вся надежда только на Козлова и Трищенко. Тут опять штабной вылезает: тормози, снова накладка вышла. Я говорю: сам ты накладка. Говори, кто на площади. Он говорит: братва из макродуевской группировки. Ну все, думаю, если они поняли, что я сейчас здесь городил, то не то, что жене писец, а теще зубы. А самому мне писец. И зубы придется в комиссионку нести, потому что они мне больше на этом свете не понадобятся. От страха трясусь, но микрофон спрашиваю: пацаны, вы хоть словечко из той пурги, что я гнал, в натуре усекли? Они с площади орут: нет, ты чего фуфло-порожняк гонишь? Я дух перевел и говорю: а это я лохов разводил. А сейчас я вам по-нашенски, по-пацански, чисто конкретно в двух словах курю. Голосуйте за двух правильных пацанов в законе Козла и Трищо. И все будет ништяк. Блиндомет буду, век мандата не видать. В результате, когда оба моих кандидата победили, я жене писца купил, причем живого. И сыну новый каток справил. И теще зубы в два ряда не только вставил, но еще и наточил. А у самого у меня теперь еще и удостоверение есть главного мелиоратора области. Только почему-то на фамилию Козлотрищенко. Дорогие друзья, я, чтобы плавно перейти от классического репертуара к эстрадному, хотел бы сейчас специально для вас такой смертельный номер. Я действительно иду в оперу, пока Настя Волочкова и Коля Басков отсутствуют в Большом театре. Хочу воспользоваться прорехой, заполнить нишу, так сказать.
Сейчас я вам покажу специально, как я туда готовлюсь. Можно всем маэстром тебе. Денег не было и не будет. После работы надо еще хлеб купить. Вдоль по Питеру скачь, по Тверской Ямской, да, ой, да, по Тверской Ямской, да, с колокольчиком, едет миленькой, сам на троечке, да, ой, да, едет батюшка в опадневосье. Залетные не лед трещит, да не комар пищит, это ком, да ком, судака тащит. Уй-уй-уй-уй, ах, комушка, голубушка, с моряком судака, чтобы ёшка была. Уй-уй-уй-уй, ах, ёшечка, да с петрушечкой, скоро закончу, поцелуй ты меня, комадушка. Большое. Правда, вы знаете, Коля Басков говорит, что у нас в опере принято петь без микрофона. Кремлевский дворец, я вам хочу сказать, абсолютно не приспособлен для пения без микрофона, но я сейчас попробую. Смертельный номер. Может быть, здесь вот тоже есть балет. Сейчас попробую. Устал я греться у чужого огня. Где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою задая. Всегда быть в маске, судьба. Я хочу теперь сказать несколько слов, ну, про оперу я сказал, про нашу эстраду. Сегодня многие уже артисты выступили. Надежда Кадышева уже выступила. Сегодня она, правда, видимо, увидела меня за кулисами и не делала так рукой на сцене. Обычно у нее... Вообще, у каждого характерная есть черта, знаете, у каждого характерная есть черта. Надежда Бабкина, например, да, она на месте в основном. Теперь еще на пару с Хакелем, со своим, с этим Гором. Они на месте. За нами с Пугачевой повторили, вот это дает, конечно. Но мы-то с Аллой в шутку, они всерьез во все тяжкие. Вы помните? Нас осудят, ну и пусть. Я вообще сначала думал, что нас осудят — это глагол. Ну, типа, знаете, о, как нас осудили, а мы уберем. Нас осудят. Ой, у нас милая очень эстрада. Лайма Вайкулит. Я обожаю Лайму Вайкулит, да? Ее движение на сцене. В электрическом свете ты гладил колени. Это все мне напомнит латинский квартал. Это было давно. Станут тени по струнке в королевстве кривых бесконечных зеркал. Я забуду лицо утонувшего юнги. Ну, конечно, что там помнить-то? Утонуло, слава богу. Нет, у каждого артиста свой стиль неповторимый. Наташа Королева, например.
Она так поет, как будто все время чему-то удивляется. Как будто я только вчера Николая в Москву привез. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто покажет, а где она, где она? Тарзан покажет, а где? Обожаю нашу страну. Нас осудят, ну и пусть. Потрясающе, конечно. Ну что, кто у нас там еще? Ну, Сосо Павлиашвили. Вот если Наташа, она поет, как будто чему-то удивляется, Сосо Павлиашвили, как будто все время что-то просит. Знаете? Все время что-то он просит у кого-то, все время. Моя жизнь, как капкан, понимаете? Моя жизнь, как рулетка, то везет. Причем вот любую песню, вот назовите мне любую песню, я спою, как Сосо Павлиашвили. Любую. Подмосковные вечера. Вот, пожалуйста. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Но если б знали вы, ой-ой-ой-ой, как мне дороги москвичи, вы мне все дороги, купите мой диск. Не, ну действительно. Некоторых, например, певцов или певиц можно изображать, если просто стучать себе по грудной клетке. Вот Юрка Гальцев сейчас стучал, знаете, американскую певицу Шер так можно изобразить. Do you believe in life after love? I can feel some sin inside me said I really don't think you're strong enough, no. Слушайте, я обожаю этот зал «Кремль». Здесь выступала Уитни Хьюстон. Я ходил на Уитни Хьюстон. Это было незабываемо. Она была простужена. Не в голосе. Такое исполнение «I will always love you» я еще никогда не слышал. Просто сегодня Лена мне напомнила, когда спела. Потому что это было так. Сзади у нее стоял чайник, в руке платок. Это было такое «If I should stay, you're ну, вот что-то такое. Действительно, потрясающая манера. Ну, Маша Распутина вне конкуренции. Я обожаю Машу. Мне целую горячо. Лед ночи шальной. Это потрясающе, конечно. Причем, мне кажется, что Маше достаточно вздыхать под музыку, не обязательно слова говорить, просто вздыхать. У нее характерный вздох, как у Евдокимова. Ага. Тоже характерный, узнаваемый. Ага. Им надо вместе выступать. Ага. Ага. Еще Черномырдина между ними поставить. Ага. Ага. Рэп. Нет, у нас потрясающая эстрада. Я обожаю. И, конечно... Все двигаются на сцене по-разному, все ярко себя выражают. Но есть просто корифеи этого дела, корифеи этого жанра. Например, Людмила Марковна Гурченко. Как она двигается? Когда мы были молоды, мы были молодые и чушь прекрасную несли, фонтаны пили голубые, и розы красные росли. Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом седым независимо держаться. Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой, гордый кривый шелестеть, гордый славиться повадкой, то и это начинать. Порываясь тем и с этим вечно повод подавать, раздувалом жарких сплетений. Когда мы были молодые, когда мы были молодые и чушь прекрасную несли. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам, ой-е. Спасибо вам большое. И я еще хочу вот что сказать.
В сегодняшнем концерте в гостях у Юры и Лены много замечательных артистов. Сейчас вообще много концертов. Самые разные юбилеи. Лолита вот недавно отметила мне 41, а кто даст, написала на афишах. Я был в Челябинске, там народ простой, все написали, кто что даст. Но у меня такая фантазия, вот здорово было бы, если бы в этих концертах многочисленных, которые показывают по телевидению, вдруг появились, понятно, что это невозможно, те артисты, которые составили славу и гордость ушедшего 20 века, чьи песни навсегда вошли в наши сердца, чьи голоса всегда звучат с нами. И это сейчас такая легкая, лирическая будет зарисовка, без всяких особых претензий. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy. Ha ha ha!
Thank you. Он спародирует. Ну, Винокура, ты можешь спародировать? Вот я ни разу не видел, пародируешь ты или нет. Балую. Я балую вообще не пародирую. Балую не могу. Балую Винокура. У меня не получается балую. 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 Молодец, Винокур. Да. Я пошел в баню. А там сын. Я в баню. Оп. Хорошо, что я был, а мама не была. Молодец. Да я не умею, Леон, не я умею. Его даже не предупреждал. Я даже не говорил, что я его попрошу. Посмотрите, сходу. Я не умею. Вот единственный человек, которого могу показать вам сейчас, и вы точно поймете, что это я попал. Да. Камера есть какая? Есть какая рабочая? Это? Вот это? Хочешь, Измайлова покажу? Вот он. Показал Измайлова. Один в один. Леон Измайлов, и все. Чего я его объявляю? Его? Так, теперь моя очередь. Приехал один мужик к теще на дачу. Она, как водится, его стала учить, как надо жить. Орала, орала и в обморок упала. Мужик, подожди, еще рано смеяться. Мужик перепугался, ночь на дворе, он никого здесь не знает. Схватил мобильник, набирает номер больницы, который у тещи на стене написан, и попадает в котельную к дяде Феде, который привык, что ему звонят по поводу газовых печей, котлов и отопительных систем. И вот между ними происходит такой разговор. Алло, алло, это скорая помощь? Ну, а какая же еще-то? А дежурную я могу слышать? Это тебе к врачу надо к ушному обратиться. Можешь ты слышать или не можешь? А дежурный сегодня я. Послушай, дежурный, у меня катастрофа. Ну, ясное дело, была бы у тебя бутылка, ты бы вряд ли позвонил. Да мы тут вдвоем с тещей, она отключилась. Что делать? Ну, ясное дело. Вдвоем с тещей вам понятно, ничего хорошего не сделать. А что отключилось-то? Вся система или просто подачу воздуха забила? Откуда я знаю? О, не знаешь, тогда перво-наперво понюхай. Не пахнет ли от нее газом? Да нет, вроде не пахнет. Так, ну раз утечки газа нет, то возьми молоток и по головке постучи. А как она сдвинется? Отверни шейку на 180 градусов. Отвернул? Не, она сопротивляется. Ага, ну тогда, значит, надо снять заглушку. Вьюшку откинь, да пошуруди там как следует. Чем пошурудить? Ну не пальцем же, палку возьми. А как пошурудишь, сопло поглубже заправь. И только после этого прочисти ей горловину. В каком смысле? Ну в прямом. Ёршик, смажь чем-нибудь жирным. Туда-сюда, туда-сюда. Ну ничего себе, я, конечно, попробую. Правда, как туда ёршик пойдет, не пойму. А ты смажь солидолом, он и проскочит. Ну а дальше-то? Что дальше? Дальше не забудь заслонку ей вставить, чтобы не сифонило. Куда вставить? Поддувало. А где у нее поддувало? Ну где-где? Снизу, конечно. Только ты прежде колено проверь. Если оно наперекосяк, то ты колено-то выверни. Вывернул, ну и что? Вообще отключилась. И не фурычит? Фурычит, но слабо. Ага, ну значит сейчас будем воду сливать. Как сливать? Ну как? Сливать будем через нижнюю форсунку. Давай буфера откручивай. Как откручивать? Ну по часовой стрелке. Ну как у тебя там? Да лежит она в отключке. Опрокинул что ли? Ну да. А тогда возьми тросик, да прочисти ее по всему проходу. От задней форсунки до переднего клапана. Понял? Какой тросик? Как я ее прочистил? Я же тебе, балбесу, говорил. Заглушку-то из нее вынь. А у нее что, есть заглушка есть? Ну, если бы не заглушка, ты бы давно уже угорел. Эй, ты куда пропал? Так я заглушку-то искал, только нету ее. Ну ты тундра. Что ж у нее наружу, что все торчит? Сначала кожух надо снять. Хотя, погоди, а у тебя вообще-то штуцер работает? У меня? Ну, у тебя у кого же еще-то? А, по всему видно, давно не продували тебе его. Да и сам ты, видно, давно забыл, как он выглядит. Возьми сейчас за него обеими руками. За кого? Да не за кого, а за что? За штуцер, за свой. И подвигай его туда-сюда. Поддается? Ну, в общем-то, да. Эй, ты смотри, его совсем ты не оторви. Штуцер должен плотно в манжетку входить. Он у тебя, видать, по всей горловине болтается. Да в какой горловине он болтается? Ну, которая в топке. Какая топка? У меня теща в обмороке. Ну, так ты еще кочергой у него внутри пошуруди.
Я не могу, она сама кочергу взяла. Все, разговор заканчивается. Теща встала, заорала. Ты что, негодяй, со мной выстворял, пока я в отключке была? Ты зачем кухонный ёршик мне в ухо совал? Ты зачем средо мне в ноздри засовывал? И выгнала зятя. Так он и не узнал, где у нее подувало, а где заслонка. Спасибо. Да что ты говоришь, Люсь? Твой гуляет. Да ты что? Нет, а мой, Кольке некогда на эти глупости. Он же ученый. Каждый день в библиотеке. Домой в 4 утра приходит. Но ты про своего точно знаешь? Все признаки? Ну, например, он о топ-моделях мечтает. Вот с чего ты взяла? Что он во сне бормочет? Шифер, шифер? Может, он про стройку на даче думает? Ты подозрения в себе не копи. Выведи на откровенный разговор. Припри к стенке. Он расскажет, может, ничего и нет такого. Колька он мой, конкретно все какую-то Наденьку во сне звал. И руку куда-то все время под одеяло. А я утром его к стенке приперла шкафом. И он откровенно мне все рассказал. Ну, со шкафом на ноге врать не будешь. Она уже у него синеть стала. Оказалось, он что, про Наденьку-то бормотал. Наелся перед сном, а ему кошмар снился. Надежда Крупская. Он с ней всю ночь во сне искру под одеялом перепрятывал. Да. А, твой наяву имена путает. Это просто старость надвигается, склероз. Ну какие еще признаки? В зеркало стал на себя смотреть. Говорю тебе, склероз, он себя не помнит, смотрит, не узнает. Заначку прячет, в ботинок под стельку. Ну а как ты хотела при склерозе, Люсь? Хотел в бумажник, сунул в туфлю. Это что, мой, представляешь, приходит из библиотеки, ну, конечно, в 4 утра, приходит, хочет высморкаться, и вместо платка из кармана лифчик достает. Откуда, откуда? Так не помнишь же, склероз. Так что напрасно ты про своего что-то такое думаешь. На каждую бабу оглядывается. Ой, Люсь, говорю тебе, старость. Это остеохондроз. Мы как-то с Колькой по улице идем, смотрю, у него голова в сторону какой-то девки. Я говорю, ты чего, Коль? А он, остеохондроз, дома на тебя загляделся, шею повернул, так и иду. Да что тебе там гадалка сказала, какой гороскоп? Что ты веришь во все эти сказки? Вон Колька по гороскопу стрелец, и что в нем у стрельца? Только сигареты стреляют. Твой кто по гороскопу получается? Бабник? Нет, а по знаку? Рак? Ну вот скажи, и что в нем от рака? Ночью в постели что? От тебя пятятся. В этом смысле по китайскому календарю они все свиньи и козлы. Ну какие у тебя доказательства? Засекла, когда он по телефону болтал. И что говорил? Мой котик? Ой, я уж думал, действительно что-то такое. У нас же тоже так было. И мой по телефону. И я думал, что засекла. И Колька в трубку говорил. Мой котик, мой котик. А когда его приперло, он задыхаться начал. Я объяснил, прежде чем сознание потерял. Оказалось, он действительно с каким-то котом разговаривал. Да, он в детстве, оказывается, пошел в лес, заблудился, жил как Маугли 3 дня. С тех пор понимает язык птиц и зверей. Может, твой тоже заблудил? Чего ты услышала по параллельной трубке? Голос котика? Ну и что этот котик? Мур-мур говорил. Ну вот видишь, а что еще кот должен говорить? Гав-гав? Не, а в чем дело-то? Голос женский? Люсь, с чего ты взяла? Ну и что ж ты писклявый? Не обязательно женский. Я ж тоже как-то по параллельной трубке засекла, когда Колька разговаривал. Голосок-то не усенький. А я когда Кольку к стенке... Не, не приперла, просто к стенке. Взяла дробовик. И он сумел все-таки объяснить. Не сразу, конечно, когда к нему речь вернулась. Это он, оказывается, с мужиком со стройки разговаривал. На того как-то болванка упала, оторвала все, с тех пор и пищит. Ну что ты у него нашла? Какую пачку? И что? И я у Кольки нашла. Ну и что? И мы не пользуемся. А ты бы у него прямо спросила, зачем?
Вот я свое спросил, он не постеснялся, получил исчерпывающий ответ. Хлынул дождь, купил на голову натянуть, чтобы не мог. Ты напрасно у своего ничего не спрашиваешь. При чем тут гордость? Вот остаешься с ним один на один своими страшными фантазиями. А дело, может, выеденного яйца не стоит. Ну вот, пожалуйста. Ну и что, что он в помаде пришел? Что тут такого? И мой как-то, да? В 4 утра из библиотеки, весь в помаде. И на щеках, и на шее, и на носу. Причем, судя по виду, Кристиан Диор. Я бы тоже могла подумать, черт знает что. А спросила просто так, к слову, за ужином. И он мне за 3 минуты все выложил. Да, точно помню, что за 3 минуты. Я ему тогда так сказала за ужином. Вкусная колбаска, Коль? Ей 2 недели без холодильника. И у тебя 3 минуты, чтобы все рассказать. Через 3 минуты яд начнет действовать, противоядие, это вот оно у меня. И он рассказал. Оказывается, рядом с ним в библиотеке тетка сидела, йогурт ела. Почему молодая? Он говорит, старуха, я верю. Ну, потому что помада жутко дорогая, пока накопишь, состаришься. И потом, что она йогурт-то ела? Наверное, зубов нет. Короче, она его йогуртом угостила, и он ее ложкой ел. А ложка-то в помаде была, понимаешь? Конечно, спросила, почему у него на шее. Ты уж меня дурочку-то не делай. Я, говорит, одновременно читал, книжку смотрел, ложкой никак не мог рот найти. А это не доказательство. Да он даже этим йогуртом на брюки капнул. Да? Мы с ним потом даже в чистку носили, прекрасно помню. Приемщица еще посмотрела на брюки, говорит ему, ой, вы прямо как Билл Клинтон. Но он действительно так внешне похож немножко, Колька мой. Только лысый, маленького роста и по-английски не бум-бум. Не, Люсь, ну так нельзя, ну надо же на доверии строить. Так можно вообще подумать, бог знает что. Вот что, по-твоему, я должна была подумать, когда пришла на полчаса раньше и вижу, что он дома, у нас, на какой-то женщине, и их губы, знаешь, вот как в страстном поцелуе. Оказалось, увидел на улице, женщине плохо, потерял сознание, притащил, делал искусственное дыхание рот в рот. Видимо, жар у нее все себя посрывало. Ты к экстрасенсу ходила? Зачем? Ага, чтобы он порчу навел на всех, с кем твой муж встречается. Это когда ж ты? 14-го? Странно, с 15-го пол Москвы животами маются. И знаешь, что самое интересное, Люсь? Ничего не хочу сказать про ориентацию твоего мужа, но у нас сосед с 15-го с унитаза не слезает. Может, правда, после рекламы слабительного для похудания? Я дура. Я? А я тебе так скажу. Чтоб чувствовать себя счастливой в браке, нам, бабам, не надо быть стройными, красивыми, обаятельными. Надо просто быть дурами. Спасибо. Популярно? Тогда и меня, наверное, кто-нибудь будет пародировать. Я сейчас вам почитаю, а может быть, кто-нибудь и клюнет. Ладно? А знаете почему? Когда поешь, спать хочется. Знаете, ну все начинают объяснять, кровь отливает к желудку. Не, ерунда. Когда поешь, кожа на животе натягивается, глаза закрываются. Ну это я так, для начала. У меня есть такой персонаж, он все время разыгрывает всех. Не знаю, как вы, а я людей с кислыми рожами терпеть не могу. Я как увижу кислую рожу, я расшибуть, а эту рожу расшибу. Ой, рассмешу. Ну, с детства я такой юмордой. У меня другу оставалось жить 3 дня. Его уже лечили-то в морге. Я пришел к нему в морг, анекдот рассказал, он сразу встал. 10 лет за мной ходит, говорит, Леня, объясни, в чем юмор. Да лучше бы он там и остался. Люблю повеселиться, а больше всего розыгрыши люблю. Вот хлебом не корми, дай кому-нибудь подлянку устроить. Помню, учился я в 5-м классе, 8-й год. И дед мой загрустил, он у нас всегда грустил утром. После праздников бабка его не наливает, он и ходит чернее африканской тучи. Если зимой дело было, то он из снега лепил снежную бутылку со снежным стаканом. А летом любимое дело у деда с похмелья одуванчики раздувать. Сядет и дует. А я бегаю, рву ему эти одуванчики в соседнюю деревню 24 километра. Короче, решил я деда разыграть. Взял я один одуванчик и клеем обмазал. Так что его пух вертолетом не раздуешь. Дал деду клей на одуванчик. Дед на одуванчик. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Одуванчик стоит кудрявый и даже не лохматится. Я говорю, деда, ты дуй сильнее своим дулом-то. Губы-то раскатай. Я его учу, а сам думаю, куда потом буду от деда печь и где буду потом побитый им лежать. Ну, всегда так. Я же знаю, шутка-то моя над ним не первая. Я ему уже и клей в сапоги наливал.
Он их потом 3 года не снимал. И ботинки его гвоздями к полу прибивал. Он орал, как недорезанный, думал, ноги отнялись. Один раз бабка пенсию получила, дед к ней полез в карман. Он же не знал, что я там капкан поставил. После капкана дед ногти год не подстригал. И во все карманы, прежде чем руку сунуть, ломом тыкал. Дед и курить бросил после того, как покурил мои сигареты с порохом. Про пурген-брашку я и говорить не буду. Ну, люблю я розыгрыши. Короче, дед сидит, надувальчик шипит, напор усилил, отдача от струи воздуха своей башкой с дома почти всю штукатурку отколол. Струя воздуха от деда летела 3 в 1. Слюни, перегар и мат. На мат наш участковый прибежал, со стороны цветка прямо под струю деда попал. Китель на участкового в лохмотье. Остальное все слетело, из одежды на милиционере остались одни сапоги и наколка «I love бабки». А дед, чем дальше, тем больше в азарт входит с гадом, с этим садуванчиком. Дует на него, как компрессор, у него уже и зубы легли по струе воздуха. Шифер соседей крыш посрывало. А тот не лысеет, сволочь, я уже пожалел, что сильно пух-то приклеил. Дед и об землю одуванчик бил, и зубами пух с него сдирал, выдрал 3 зуба. Я думал, дед к вечеру угомонится. Нет, он 3 дня не спал, не ел, к соседке по ночам не ходил. Все с одуванчиком. Дед одуванчика душил, и по одуванчику из ружья полил, и ломом ковырял. Я же думаю, клеит аппарат, клеится, потом вижу. Так это не одуванчик. Я спутал и дал деду ёршик бутылки мыть. А сказать боюсь, я ему раз в детстве на 1 апреля сказал, что у него в супе не курица, а лягушка. Так он меня этим супом 3 дня с утра до вечера кормил. А тут вообще дедуля, а одуванчик выглядеть стал, как Кощей Бессмертный, брови дыбом, из ушей пар валит. Эх, зря я сказал в тот момент деду, что это розыгрыш. Мужики собрались, все советовали деду, как меня лучше казнить. Один только самый добрый посоветовал отпустить. Так и сказал, за ноги к 2 березам привязать и отпустить. Другие советовали деду не пороть горячку, он меня в холодную так отпорол, что у меня задница через брюки 3 дня подряд светилась. Зато потом дед только загрустит, я к нему, грустишь, дедуля? Он, нет, сатана, все нормально, я даже когда умру, ты погоди, внучек, когда меня закопает, потом приходи меня разыгрывать, гаденыш. Еще один монолог от этого же персонажа. Попал я в армию, хоть и не мечтал. Я говорил в военкомате, что у меня не все дома. Что я больной. Что у меня недержание. Что могу не на ту кнопку нажать. Могу жену командира принять за свою. Ничего не помогло. Военком мне четко объяснил. В армии у нас реформа. Деньги есть, ты больной. Нет, здоровый. А я был здоровый, но не на копейку болезни. А в армии у нас был прапорщик. Настоящий. Пули непробиваемый. Анекдоты не понимающий, мухами засиженный. Он как меня увидел, я сразу понял, у него появилась цель в жизни. Я по его приказу и маршировал на заборе, и бегал на перегонки с поездом, и нырял в пустой бассейн. Случай меня от прапорщика спас. Раз иду, он стоит, плачет, потому что понял, что он лысый. Потрогает голову, а там лысина. И он в слезы, а я молчу, не говорю, что он лысый, потому что в каске. Он привел, докупил себе жидкость для ращения волос. Жидкость в голову втираешь, и волосы растут. Он купил эту жидкость на свои, наши роты, деньги. А было 1 апреля, я решил над прапорщиком приколоться по-серьезному, как Чубайс над нами с ваучерами. Я ему посоветовал, товарищ прапорщик, чтобы лучше волосы росли, надо вам эту жидкость пить. Он говорит, понял, а чем пить? Я говорю, ротом. Это дырка такая в голове, там, где зубы с языком. Ну, где вы еще нашу колбасу храните? Он попил жидкость, волосы выросли хорошие, лохматые, только во рту. Ходит, улыбается, как меховая перчатка раскрывается. Все заросло, даже на зубах мох. А еще он сам эту жидкость себе в глаза додумался закапывать. Ресницы были, как подмышками у гамадрилы. Прапорщик на розыгрыш не обиделся, просто все напутал в моем личном деле. Мне служить оставалось 1/2 в штабе. Откуда этот прапорщик мне еще нашел 4 года на подводной лодке? Хорошо, я в последний момент свое личное дело поменял на дело прапорщика, и прапорщик навсегда ушел в подводное плавание. Вот тут мной занялся сам майор.
Он до этого прапорщика гонял. Майор этот с интеллигентной фамилией Главнюк. Он что по фамилии, что по жизни был конченый Главнюк. Он не издевался, он просто мне приказал бегать, прыгать, спать, есть и целоваться, не снимая противогаза. Тогда я решил приколоться над майором. К нам генерал приезжал с проверкой, и я об этом узнал раньше майора, который спал в нашей казарме, выпивший. За полчаса я все сделал. По тревоге майор бежал на плац по памяти, потому что очки я ему заклеил скотчем. Он орал на бегу: больше у Дуськи самогон не беру, глаза нифига не видят. Где этот гребаный генерал? А этот гребаный генерал стоял уже рядом, выпучив на майора Главнюка все, что еще можно было выпучить. Потому что к шинели Главнюка я пришил женский бюстгальтер 18 размера. Погоном пришпандорил колокольчики. На сапоги майора я привязал пустые консервные банки. А на лбу у него помадой написал все, что я о нем думаю, уложившись в одно слово из трех букв. Генерал увидел эту сошедшую с ума новогоднюю елку и заорал: «Встать, конь, педальный бомж, вокзальный путан из Магадана!» Короче, через неделю майор Главнюк уже служил капитаном на границе с Киргизией. А новый командир обходил меня за три версты. А если бывало пригорюнится, я только спрошу: «Что-то скучновато, а?» И он тут же орет: «Нет, только не со мной!» Вот так и живем. Спасибо вам большое за эти, в общем-то, халявные аплодисменты. Ну, приятно, конечно, вышел-то еще и один. Вот. И я думаю, Леон не обидится на нас за то, что сегодня объектом шуток в наших пародиях мы избрали именно его. Потому что очень хотят высказаться, что о вас думают ваши коллеги. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья. О каком мы говорим, а? А, об Измайлове? Ну, я должен сказать, что когда мне порекомендовали почитать Измайлова, то я сказал, что почитаю. Почитал, вот, и буду почитать. Как самого серьезного писателя нашего жанра. Ну, вообще, ты должен сказать, что Леон такой думающий писатель, да? Думающий, что он писатель. Вот. Ну и правильно, собственно, думающий, да? Вот есть такие писатели, знаете, которым пишут: «А как быть мне, Леон, а? Мне не пишут, не звонят, вообще что-то ни слуху, ни духу». Да. Ну, честно говоря, что касается меня, то я на выступлениях Леона Измайлова всегда сплю. Да, собственно, и на своих выступлениях тоже, да. Вы знаете, однажды веду прямой эфир, вы помните программу «Старый телевизор», да? Софиты, камеры, да? И мне снится такая потрясающая вещь, вот. Будто бы у меня в гостях известная фотомодель, умница, красавица, Синди Кроуфорд. И мы так с ней мило разговорились, вот, уже практически договорились. Вот. Открываю глаза — Армен Джигарханян. Вот такой облом, собственно, да. Леон, я позволю себе эпиграммочку в твой адрес, да. Я еще сочиняю. С Леоном мы так не похожи. Я лев сатиры, а не он. Но пусть тебя то обнадежит, что по-французски лев Леон. Спасибо. Я подожду. Благодарю, теперь начнем. Так, что у меня тут есть? Это я уже читал. Или не читал? Ладно, перелистнем. Это все равно не поймете, даже я не понял. А вот это, пожалуй, подойдет. Ну, что я могу сказать об Измайлове?
Я его произведение не читал, поэтому ничего плохого сказать не могу. А сюда пришел только потому, что от юмора тоже где-то отдыхать нужно. Я подожду. Спасибо, я смеха ждал. Сейчас некому стало читать, потому что все стали писать. Даже мэр Лужков написал книгу. И теперь мы с ним, говорят, очень похожи. Я Михалыч, и он Михалыч. Я писатель, и он писатель. Я лысый, и он в кепке. Он мэр, и меня тоже не все любят. Позвольте дать совет, ребята. Если тянет молчать, надо вымолчиться. Если тянет сказать, надо высказаться. А если тянет писать... Ну и самого последнего. И самого последнего, это просто гениально. Благодарю за внимание. Чего дома не сидится, не знаю. У кого-то бенефис, а ты паши тут в работе. Здорово. Не надо много хлопать, а то Измайлова обидите. С ума схожу. Жизнь страшна стала. Это написал Союз писателей России письмо. Уважаемые коллеги, почему сейчас что не произведение, то мат или порнография? Как вам не стыдно? Вы же все-таки совесть нации, инженеры душ. И представляете, ответ мне приходит. И там написано, вот читаем как есть. Уважаемый Г. Коклюшкин, ваше письмо получили, рассмотрели на общем собрании и сообщаем, что если ты, падва, еще раз вякнешь, мы тебе уши отрежем и вот вставим. Козел бородатый, морж хвиновый. Сатирик долбанный. И главная подпись – совесть нации. Страшно жить стало. Ну, чтоб тебе было страшнее, я тебе даю самое дорогое, что у меня есть, Леон, прими. Здравствуйте. Узнали меня, да? Ну и кто я? Хазанов? Нет. Я сын. Я сын какого лейтенанта Шмидта? Я сын Леона Измайлова. Студент кулинарного техникума. Папочка, здравствуй! Ты знаешь, папочка, я тебе приготовил подарок. У нас в гостях, у тебя в гостях, голливудская звезда, народный артист Америки Арнольд Шварцевич Неггер. Прошу! Так, леди und now lady. Здравствуйте, дамы и господа. Ich bin... Я мистер Бин.
Их бин кайф. Я с огромным удовольствием. Yeah, my friend. Приехал к моему другу. In Lushkov City. В Москву. Леон Биг макулатурен мэй. Леон – это очень большой писатель-сатирик. Леон is my love. Леон – это моя любовь. Леон is my love. Леон is my love, да. Леон's name is the name of the first Russian макулатурен man. It's clear to everybody. Нифига себе. Yeah. I remember song of Ismailov. Я помню песню, посвященную Леону Измайлову. Yeah. Is my love. 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 Все, 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 молчу. And no orbit under all. Не будем тянуть резину. Yeah. Леон Измайлов, go in Голливуд, халтурен. Я пригласил Леона на работу в Голливуд. Cinema of student fastwood, fastwood college 2. На съемке блокбастера студент кулинарного техникума 2. Student play I. Главную роль буду играть я. I. Я. Ой, I. Он. Он. Yeah. And Leon, my friend. Leon, мой друг. Take offense to. Если тебя кто-то обидит. No, take offense. То ты, пожалуйста, не обижайся, ладно? Yeah. Auf Wiedersehen. Thank you. I'll be back. До свидания. Yeah. Рады были встретиться. Мы еще вернемся. Спасибо. Они устали еще, люди, от задорожа. Давай показывай, ты более опытный в этих делах. Ну, я коротенько. Я всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать, что только в России воспринимают шутки Измайлова. Это я вам точно говорю. Вот почувствуйте, испытайте просто то, что я сейчас скажу. Это просто... Вы знаете, я возил шутки Измайлова, я показывал везде. Африканским неграм, гренландским эскимосам и даже тибетской Далай-Ламе. Нигде в мире ни один человек не засмеялся. Только чукча один улыбнулся, и то оказалось, это турист из Японии. Ну ладно, я надеюсь, я внушил вам чувство гордости за Леона. Не ешьте много на ночь и выдыхайте уже, что ж вы так... Ты ж не Мишпы! Ты ж надо праздновать день рождения с 12 на 31 в ночь! Я как идиот ходил, это блестящий костюм ты! Ты что, о, маме надо антибиотик. Боже, прими за лекарство. Пішло як в суху землю. Оп, центр не б'ється. Ні любов, ні любов, ні любов. Лідочка, от угадай, що це в мене таке? Бистро, з трьох раз. Неправильно, думай, 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 думай. О, село, господи. Така штука удобна. Показую. Зачем нам мужики, Лида? Я так себе тихонько встала за вагоном, раз.
руки устают, а что делать? Сейчас мужики пошли в одне БУ. От здоровья одни брови и желудок, все. Что обязаны меня? Вот кто придумал мужиков? Вот объясни. Яка от них польза, яка от них радость, а? Вот сама посуди, принесе тебе с роботи воно 30 условных единиц. За 6 месяцев. 200 вынес. Ну яка польза, яка радость? Ну, конечно, может и будет яка радость раз в месяц. Если не засне, конечно. Да я поняла, что держать мужчину в доме, это экономично невыгодно и нерентабельно. Подожди, я себе хотела устроить знакомство. Купила газету. Село. Купила газету, называется «Супер Инти». Для знакомства. А там объявления. Такие, не такие и совсем не такие. Я что же, знаешь, думаю, такие, это ж думаю, вот такие, все, вот такие, все. Созвонилась, договорилась, все, голос не очень был противный, все. Я быстренько тигрови лосины свои, ну ты знаешь, мыльницы одела, все, начесала себе челку, Карлсон все сделала, все. Стою, жду его. Воно зараз опаздывает, слушай. За ці полчаса, що воно опаздувало, до мене 15 раз налова підходила, 18 раз ріки, 14 раз до мене ці газетчиці чуть морду не набили, думали, що я торгую газетами. Ну, лучше б, іди клянуся, лучше б набили, щоб я свого позора не бачив. Ровно в 12.30 прийшло воно. Слухай, метр шапки в прыжке, слухай. Я говорю, что это такое? Что это такое? Быстренько, знаешь, своим золотым копытцем так. И оно как бородавка отпала. Я совершенно другую колонку, совсем не такие. Созвонилась, договорилась. Оно каже, меня зовут Валера. Я говорю, слава богу, не Антон, все. Я говорю, у меня Вера Ока, все туда-сюда. Он каже, я поэт-мазохист. Ты понимаешь, я за этим гадским день рождения, я не собираю. Значит, вот слово знакомое, знаешь, мазохист, дома, знаешь, вот в голове крутится, думаю, мазохист, оптимист, филателист. Знаешь, думаю, может, марки там собирать, думаю, ой, я тоже собирала эти самых котов, календарики там все. Собирала, когда, ну, черт я говорю, кажется, свободи, давайте. Слухай же, пришли, сидим же, море, идиллия, я там кидаю, значит, камешки туда. Не любовь. Сижу, щелка уже, Карлсон уже в мене чуть опадає. Воно мені стихи, слухай, стихи. Все в нього стихи, понимаешь, стихами задрав, як хорьок курицю, клянусь. Ні, все в нього Ахматова, собственно, сочинення. Ото. Я, конечно, інтелігентно позіхаю в сторону, все, значить, жду. Воно мені через час каже, Віра, сделай мені больно. Я говорю, чем дело? Ну, знаешь, так, мы чуть-чуть перемкнула сразу, знаешь. Она мне опять, сделай мне больно. Я говорю, Валера, перестаньте, я говорю, Валера, стыдь. Она опять, не сделай мне больно. И что? Слушай, у меня так телепат, знаешь, я нервничаю, я психована, я как бы, я психован. Сделай мне больно! Сделай мне больно! Не плюйтесь, успокойтесь! Сделай мне больно! Я не люблю, когда меня долго просят, понимаешь? Сделала. Завтра иду по повестке. Как бы не сдохла, клянусь, боже, ну. Я ему понесла в больницу, там, Галину Бланку, знаешь, пару огурчиков, помидорчиков, знаешь, ну, в кулечке целлофановом, все. Вот, как зашла в палату, воно лежит, знаешь, нога вот так перебит. Тільки рот, и воно каже, такой женщины у меня еще не было, боже. Ой, я не знаю, что это будет, куда мы котимся. Я тогда себе поняла, что каждая нормальная женщина должна быть, Лидочка, как Украина. Вільна, незалежна і самостійна. Моє маленьке. Боже, яке красиве. О, боже, яке манюня красиве ходе таке. Чи це таке вонюче, а? О, боже, не підходь. Не, іди. О, боже. Та йди, що ти в мене. Іди вже. О, пішло вон.
Пошло вон, кажу! Да пошло ж ты вон, дешевка! Пошло вон, кажу! Пошло вон! Да пошло ж ты вон рецептором! Ты представляешь, я что робить, глянь! А, губа не дура, глянь! Пошло вон, зараза, ну! Боже, Ася Карпова, це ваша киця! До чого киця красива? И пухната, и пернатая, и мяу-мяу, фыр-фыр-фыр! Сразу мене почувствовала, да? Я ж тоже люблю флору фауну, у мене дома живой уголок, да? И мама, и сестра. Хорошая кошечка, да. Наша уже кошечку завела. Господи, змея тут холодная. Не любовь. Ты представляешь, я тебе сейчас так скажу, ты сейчас умрешь тут. Подожди, извини, 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 извини. Ничего, ничего. Слухай, ты представляешь, додуматься мне с Гилей, с этим ребенком, с этим дитем пороком, повезти мене с Гилей на балет. А там мужчины в колготках. А я, как дура, впервые найду с биноклем. Военным. Ты мысли про то, что я бачил? Ну, еще когда бегав щелкунчик, еще куда не шло. Ну, как выскочил коршу. О, Бог, я вообще не понимаю, что так я заболел. Черти шо, слухай, ни одного слова непонятно. Черти шо, сбоку бантик. Так я ее так проснулась, это лебедь ще бігає. Боже, хоть бы постарилась, діти в залі сидять. В неї платье вот так. Шо воно прикриває, не знаю. Вічно, якщо зверху смотреть, може, то і прикриває, не знаю. О, Боже, і те в колготках. Ну, дивись, ну що це за робота для мужика в колготках бігать? Той що, клянусь, і сім'ю позорить свою. Я тебе скажу, оно в колготках бігає, а сама шесть денег получає. А що ти думаєш? А ти його спроси, де росте картошка? Ну, дід каже, фрі. Ну, він не знає, тому що воно білоруська. Його взяти той самий, який, лебедів, та на мої шесть соток. Я подивилась би, поди де. Вони ми картошку садили. Ой, дідня женщина. Взять, посадить утром картошку, в обед отмітить, вечером собрать урожай. Чокнуті, клянусь, чокнуті, чокнуті, чокнуті. Чокнуті женщини. Ні, любов. Ні, любов. Ти знаєш, я це так стала. Нравиться мені Москва. Нравиться. Тихий гангстерський городок. Ой, як це не скучно, не противно. На звезде пора на небо. Так що всіх цілую. Нежно по-взрослому. До нових встреч в ефірі. Пока! Говорит, хотите заработать? Я говорю, хочу. Он говорит, мы вас используем как рекламу Гербалайфа. Я говорю, чего-чего? Он говорит, Гербалайфа. Будете говорить, что принимали Гербалайф и стали таким стройным. Я говорю, а разве я принимал? Он говорит, ну какая вам разница? Скажете, что принимали, и за 10 минут получите 100 баксов. Я говорю, вообще-то у меня 8-часовой рабочий день. Он ничего не ответил, только хрюкнул. Приехали мы на телевидение, ведущий говорит, у нас прямая трансляция, вы не нервничайте. Я говорю, я и не нервничаю, я Гербалайф принимал. Он говорит, про Гербалайф скажете, когда камеру включат. Внимание, включили. Я говорю, ой, я жену не предупредил, что задержусь. Ведущий говорит, она вас сейчас, возможно, видит. Я говорю, она даже когда видит, не верит. Вчера был у Петьки, она говорит, я звонил, никто трубку не снимал. Я говорю, какую трубку, если Петька шапку снять не мог? В ней заснул. Ведущий говорит, итак, вы принимали Гербалайф. Я говорю, ну? И сколько в день, спрашивает ведущий? А тот-то мне не сказал, сколько. Издалека мне показывает два пальца. Я говорю, два стакана. Тот за голову схватился. Я говорю, то есть две бутылки? Но под хорошую закуску. Ведущий говорит, вы, наверное, не поняли вопроса. Какую дозу вы принимали? Я смотрю, тот вдалеке показывает мне пальцами два нолика. Я говорю, 100 грамм. Перед завтраком, обедом и ужином для аппетита. Ведущий говорит, аппетит пропадает? Я говорю, да, есть плотно закусишь.
Но как гербовой похватчик, он опять возвращается. Смотрю, тот, который меня привел, со стула сполз. Ведущий говорит, так он вам помог или нет? Я говорю, кто? Он говорит, Гербалаев. Тут я понял, что это, видимо, фамилия. Я говорю, помог, он вообще мужик хороший. Часто помогает. Ведущий говорит, как это? Я говорю, ну, взаймы иногда дает. Однажды я ему помог. Приходит он ко мне. Я вас про Гербалаева спрашиваю, говорит, ведущий. Я говорю, я про него и говорю. Приходит он, Гербалаев, это ко мне. И говорит, Витек, у тебя выпить не будет? Ведущий говорит, вы что, с ума сошли? Я говорю, вот я ему и говорю. Ты что, с ума сошел? Если бы у меня был, раз я бы тут был? Ну, тот, который меня привел, смотрю, у меня же стульев по-пластунски выбирается. А похудели-то вы как, кричит ведущий. Я говорю, ну что ты привязался? Поживи, как я, и ты похудеешь. Так что вы могли бы посоветовать нашим телезрителям, желающим похудеть, говорит ведущий. Я говорю, тем, кто хочет похудеть, советую деньги отдать мне. Потому что у меня есть мечта. Когда-нибудь волю наесться и напиться. Ведущий говорит, на этом наша передача кончается. А я подумал и сказал, приятного всем аппетита. Как много девушек хороших, как мало ласковых парней. Здорово, девчонки! Я не понял. Смотрите, я ж могу передумать. Такое добро, как я, на дорогах не валяется. Вам уже ваши подарки сделали к 8 марта? Сделали? Конечно. Только я один щегол не сделал. Своей Зинуле. Сейчас Зинке позвоню. Алло, Зинуля. Алло, Зина. Ну, это я. Ну, кто-кто? Кого ты из армии ждешь? Какой Василий? Я не понял, какой Саня Микки Маус? Да это я, Коля. Ты что, Зинуля? Что ты делаешь со мною? Ну, конечно, колдрак твой. Зиной. Ну что, хочу поздравить тебя с наступающим 8 марта. Ну, Зинк, слышь, каждую ночь мне снишься. Ну, каждую ночь, понимаешь, ничего с собой поделать не могу. Главное, сон такой интересный, что идем мы с тобой по твоему яблоневому саду. Срываем яблоки. Я ем их, ем. Блин, сок течет. По всему лицу, по карманам, брюки. Просыпаюсь уже неделю. Постель мокрая, понимаешь? Зина, ну сделай что-нибудь, Зин. Ну как что? Ну вышли мне посылку с яблоками. Полную посылку яблок. Ну если место останется, положи кусочек сала. Если места не останется, убери нафиг эти яблоки. Какая-то несмышленая у меня. Ну что ты, подарок, подарок. Ты же меня одна, конечно, сделал. Угадай, что? Да не, не духи. Зачем тебе? Я ж тебе в прошлом году дарил. Ну здрасте, этот вьетнамский бальзам, звездочка. Че, еще не распечатала? Здрасте. Я как чувствовал, главное. Зачем тебе второй флакон? Серьезно. Я еще, главное, в магазин зашел. Там парфюма, понимаешь, хоть пей. Продавщица пристала, говорит, купите вот этот запах с таким шлейфом, духи, с таким шлейфом. Я говорю, ладно, что вы мне впариваете? У меня Зинка, говорю, сама с таким шлейфом. Будь здоров. Ну, чего ты расстраиваешься? Я пошел в ювелирный. Конечно, хотел тебе сделать роскошный подарок. Ну, это, ну, что вы там на палец одеваете всегда? Да какое кольцо, наперсток? Ну не завезли. Ну ладно, что ты расстраиваешься. Я тебе такой подарок сделал, Зина! Ты у меня загорцуешь, серьезно. Хотел купить тебе шубу. Вовремя вспомнил, что ты еще бушлат не сносила. В общем, Зин, я устал с тобой в города играть.
Я решил подарить тебе бабки. Ну, приедешь ко мне, я тебе дам 50 рублей. Ни в чем себе не отказывай. Ну ладно, Зинон. Вообще, товарищ генерал говорит, что дорог подарок, сделанный своими руками. Зин, ведь этот полтинник я сам нарисовал. Зина! Зина! Алло, Зина! Нормально. Дикая она у меня, мустанг, понимаете? Трубку кинула. Вот как тяжело с вами, женщины, понимаете? Как вам тяжело с подарком угодить? Особенно в день 8 марта. Мужики, пойму! 10 минут, как вы здесь! А куда торопиться-то? Куда вы денетесь? Отсюда еще никто не уходил. Живы мы. Шутница! Шутница! Вы знаете, мне понравилось ваше кафе. Я так иду, смотрю, вы знаете, зашел, никого нет. А в других кафе там народу-то полно. Ваш человек на человеке, все полно народ. А мы спортсмены, знаешь, после спортивных состязаний, мы ж бобслеисты, да? Знаете, что такое бобслей? Не знаю. Когда баб сливают. Ну вот. Мы, знаете, любим в одиночестве отдохнуть, покушать. Ну, хорошо у вас здесь, только... Запашок что-то так. Что такое? Что случилось? Пахнет? Запашок. Небольшой такой, ну небольшой. Рыбку завезли свежую. А-а-а. И название у кафе какое-то странное. Кафе-фе. Нормальное название. Вот раньше было столовая фу. Сейчас нормально, так романтично. Кафе-фе. Подойдите поближе. Я хочу пообщаться с вами по поводу ассортимента. Понимаете, мне хотелось бы... Почитать меню. А что здесь, изба читальна, что ли? Я хотел бы что-нибудь перекусить, понимаете? Ну так, перекусите салфетку. А вы шутница. Ничего себе, что это вы сразу к десерту приступили, а? Еще первого, второго не просили. Сразу хоть за десерт. Ну, скажите, что у вас есть? Вот, что у вас, например, что у вас есть холодненькое? Да у нас все холодненькое. Супчик, котлетки, картошечка. А горяченькое? Горяченькое у нас соки, газ, вода. Ну, вы сами уйдете или вам меню почитать? Не, ну, я хотел выяснить, можно мне хотя бы кофе? Куда я знаю, можно вам кофе или нельзя? Я что, доктор, что ли? Ну ладно, ну тогда меню почитайте, что ли. Я говорю... Что время зря терять? Значит, меню у нас сегодня на аперитивчики. Коктейли фирменные. У нас и готовенького. Хорошая вещь, сильная. Ноги худосилие. Сливки недельные. Как для себя сливаем, понимаете? Я чувствую запах такой, понимаешь? Это ледовое помоечное тоже хорошее. Недели две потом на больничном лежать будете. Значит так, из рыбного. Крабовые палочки нерезанные. 1.20 на 2.40. Самовывоз из подвала. Да что вы потеете? Не волнуйтесь, при изготовлении ни один краб не пострадал. Так а я просто, что у вас тут еще и... Запах? Я объясняю. Спецпредложение от шеф-повара. Русалочка в собственном соку. Не понял. Что тут непонятного? Русалочка. Не понял. Светлана Степановна. 57-го года рождения. 5 раз не замужем. С хорошим десертом. Простите, я смотрю. Это я. Я смотрю, продукт не первой свежести. Знаете, судя по вам, вы тоже знаете, даже не второй. Балованный какой. А мы себя никому не предлагаем. Ишь ты, какой балованный. Что никто не отказывался, он уже, видишь, носом крутит. Может, вам что посоветовать? Посоветуйте, а то я уже у вас засиделся уже, я не знаю. Предложите мне что-нибудь, в конце концов. Делать ноги.
Я понял так, что тот список, оно как бы все взаимосвязано. Спасибо большое. А я сижу, дурак, время теряю. Но если честно, спасибо большое. Большое вам спасибо. Оплатить что будет? А за что, интересно спросить? За то, что живым уходите. Ишь ты какой балованный. Возьмите все, что есть. У меня не загуляешь. Что-то есть-то у вас немного. Я говорю, ишь, какой балованный я! Пошел тут! Ходят кто-то всякие! Мой дорогой! Здравствуй, Янчик! Бог мой, как ты изменился! Подожди, глаза все подожди, тело. Подожди, Ян же это я. Ян же это я. Здрасте. Янчик. Никита! Михалков! Сколько лет? Ой, здорово. Это же Вовка Долинский. Янчик, дорогой. Это же Вовка Долинский. Это все, конечно, была шутка и розыгрыш. Это мой действительно старинный друг. А где однокашник. Он? Раз он ушел, пойдем отметим это дело. А что, действительно? Там пойдем. Я вернусь сейчас. Да. Сейчас, ну буквально минуту. Эй, мужики, вы куда пошли-то? Выступать-то кто из вас будет? Давайте назад, все назад. Выступать должны. А что ты нигде не появляешься, Янчик, а? А ты что вообще здесь делаешь? Ты давно телевизор, да? Не смотрел? Вот. Я в каждый день смотрю, Ян. А что тебя нету, а? Не приглашают или сам не ходишь? Вовка, расскажи о своей судьбе. Я завязал с театром, с кино. Последнее это видно, Вовка, правда? Ты выглядишь хорошо. Последнее время я занялся исключительно кулинарией. Или кулинарией, я не знаю. Мои дорогие, я сейчас познакомлю вас со своим, как говорится, ноу-хау. Не надо не смеяться, ничего. Я прошу только внимательно слушать, запоминать. Я прошу вас участвовать в этом действии. Будь любезен, Ян. Участвовать в этом действии. Можно? Я отрезаю. То есть, если не отрезано, он отрезает. Я отрезаю кусман черного бородинского хлеба. Это важно. Вот такой. Да, это необходимо знать. Вот такой, нюхни. Вот. Это настоящий бородинский хлеб. Вов, если честно. Да, честно. Только честно. Запах. Затем, мои дорогие. Потом. Я беру обычную русскую горчицу. И поверх хлеба мажу. Смотри, что с этим делается. Достаточно. За то, что это первые добрые глаза и за... Ты же даже мы не вместе попробуем. Ты же даже не видишь, ты мажь. Это же твой проект. Да, у меня же такого нет проекта на тебе. Дальше. Вы берете... Да. Сейчас ты берешь. Горчица. Ну хорошо. Нет, ты нюхни. Нет. Ты на телевизор прямо покажи цвет. Нюхать не надо. Убери руки. Мы берем соль. И не какую-нибудь соль. Мы берем такую, что он крупинки, они видны. Это соль крупного помола. Смотри, этот уже уходит. И обильно, обильно сверху посыпаем солью. Да, тихо. Держи меня, себя в руках. Держи. Да. Кого-нибудь, так. Затем. Потом. Потом, мои дорогие. После затем, потом. Я беру. Ой. Луковицу. Да. Не какую-нибудь, а ялтинскую луковицу. И не вот так вот не взяла, а я беру, идите вот так. А из центра этой луковицы, вот так, я вырезаю вот такой кругляш. Вот такой вот. Вот такой вот. Дай кусочек. На. Да не мне, ему, на. Держи, пока не ешь. Он просто... Затем я вынаю серединку,
хорошее слово. Только что у него родилось. Да, да, да. И вот так. И укладываю сюда. Укладаю тогда. Укладаю вот сюда. Вот, вот, вот так, сюда. Вот так. Затем, мои дорогие. Потом. Один из самых ответственных моментов. В ход пойдет дар братского нам славянского народа. Не уйти? Нет, стой здесь. Это дар великого братского славянского я народа. Я еще раз говорю, ты два раза сказал мне уйти. Да. А что я говорил? Ты говорил, что у тебя в руках дар нашего братского славянского народа. Да, да, дар народа. Беру я его, покупаю его у хохлушки бабы Гали. Надо ее видеть, бабу Галю. Ну ладно, это отдельный разговор. Так, баба Галя солит мне вот этот вот кусман, это белое золото, вот это вот, в соляном растворе специально. Здесь нет ни крупинки соли. И вот я беру и отрезаю. Вот обязательно продольно. Вот такой вот величины я отрезаю кусманчик. Вот такой вот. Вот он. Вот. Спокойно, я умоляю вас. Мне самому очень тяжело. Тихо, подождите. Тихо! Да никто не шумит, все хотят жрать. Они тебе верят больше, чем мне. Нюхни и расскажи. Я обещаю, я принесу вам, ребята. Я обещаю. Я укладываю эти два. Ну мы поняли, ну уже уклады. Мы укладываем поверх, вот так. Что получилось? Что внизу вы знаете? Но это... Это преамбула. Затем мы берем похмельный овощ. Вот он. Огурец. Тихо. И мы режем его. Мы режем ее. Держи себя в руках. Будь мужиком. Я тебя видел в худших ситуациях. Держись. И мы режем этот огурец. Мы его режем. Не поперек. Не так, не поперек. Да мы знаем. Не так, не знаю. А мы его режем по диагонали. Вот так, ну смотри. Вот. Вот так. Дай кусок сала. Да. Вот так вот. И укладываем поверх. В огурце образуются некие дырочки вот так. И именно туда мы с Яном сейчас положим несколько клюквинок. Почему он не вначале выступал концерт? Вот так, одна клюквинка, вторая, третья и четвертая. Ну хватит! Нет, не хватит. Это не все, это еще полдела. Ой, затем, мама. Затем, мои дорогие, я отрезаю не кусман, не кусища, а элегантный тонкий кусочек, вот такой вот. Тонкий кусочек хлеба. Черного садист, хлеба. Садист, я тебе говорю, садист. Сверху я его мажу уже очень тоненько горчичкой. Горчица по своему вкусу активный, может обжечь рецепторы. Дорогие внутри, друзья, да. Это новый жанр на эстраде. Да. Я его родоначальник. Он. Затем. Ну хватит. Тихо. Я посыпаю соль. Ну? Укладываю сверху. И? Вот он, новый бренд, который еще не имеет названия, и название которому мы должны с вами сегодня здесь придумать. Только вместе. Дорогие друзья, название этой сказки. Они говорят «Салбургер». «Салбургер»? Принято! Нет, еще. Кто лучше? Первый ты сказал, ты с краю сидишь, сходишь поесть, а эти в центре никуда не уйдут. Я предлагаю хорошее название. Да. Поскольку он долинский, и вы сказали бутылброд. Бутер-дол. Вот,
Класс! Бутердол! Бутердол! Прошу поприветствовать! Подожди. И теперь, дорогие друзья... Ну, какой, да, держи. Да. И теперь, дорогие друзья, если кто-нибудь когда-нибудь будет есть... Не, подожди, я парню дам... Я тебе обещал. Нет, сначала той, на. Не буду врать, не буду. Пополам, ладно? На тебе. Ты ж такой крутой, если я тебе не дам, ты ж после концерта меня подождешь. Дорогие друзья, Долинский работал без всяких реприз. Смотри, как народ к нему потянулся. Получился небольшой такой народный праздник. Только народа-то были 3 человека, остальной народ остался без праздника. Дорогие друзья, поскольку это все вырежут, останется... Зря, конечно. Оделся? Нет? Сейчас оденусь. Оденься. Сейчас мы как будто бы эту запись повторяем. Объявление Долинского. Ну вы похлопайте после этого. Чтоб стык был. Выступает заслуженный, это видно, потому что как ты резал. Заслуженный артист России Владимир Долинский. Владимир Долинский! Ну, учитывая, что как бы ружье должно, если оно висит, выстрелить, хотя, когда висит, всегда плохо. Но Ленка, она просила, говорит, Вов, пока я переоденусь, говорит, расскажи что-нибудь. Я говорю, ладно. Но по просьбе зрителей я расскажу, когда она говорит, ты об этом не заикайся, а я заикну. У меня соседка, простите, не могу. Подговорила всех соседей в доме, чтобы они все сообща меня из нас из всех избрали старшим по дому. Я из-за нее заикаться стал. Я раньше не заикался. Не, ну, они все проголосовали единогласно. И теперь каждый из них меня просто замучил. Если грубо сказать, затравил. Не, ну я сегодня выгляжу хуже, чем вчера. А почему? Вчера это сосед. Она просто послала меня в подъезд. Она говорит, там кто-то в лифте насорил. Я заглянул в лифт точно, на полу огромную лужа, и сверху плавает кусок газеты. И лужа желтого цвета, но явно масло подсолнечное. И я вспомнил, что вчера один мужик из 6-й квартиры нес бидончик с маслом. Но он натуральный разъевшийся боров. А жена еще та сумасшедшая. Я позвонил им дверь. Открой дверь, это старая бабулька. Я говорю, а где ваш этот зять? Она говорит, он сейчас занят, он там в спальне на кровати свою жену едой угощает, она заболела. Я думаю, я там в лифте за ними убираю, а он здесь на кровати свою жену. Я думаю, сейчас зайду, я оторву его от удовольствия. А потом думаю, зачем мне инфаркт? И я этой старой бабульке говорю, передайте своему... Но вы его знаете, говорю, передай, что я помню, что вчера он послал меня на худую крышу полететь. Я пришлю мастеров, золотая. И знаете, вышел на улицу и думаю, как же народ охамел. Вот есть же категория людей, с
которыми лучше не связываться. Потому что обязательно найдешь приключения на свою же жизнь. А вы что, папа, подумали? Иду вчера из метро. Вдруг ко мне подходит парень и говорит, вот вам бесплатный приз. Я говорю, за что? Он говорит, вы 1001 пешеход, который проходит мимо этого столба. Ну, я обрадовался, а тут подходит другой, говорит, это я 1001. Который приз обещал, говорит, согласно правилам, приз получит тот, кто больше заплатит. Ну, я отдаю ему 10 рублей, а мой соперник 50. Я 100, а он 200. И тут я понял, что это лохотронщики меня дурят. Обидно стало, будто в графе образования у меня написано «дурак». И я говорю, у меня на сберкнижке денег много. Давайте я ее возьму и в банк сбегаю. Ну, пришли мы ко мне, я их оставил, а сам на улицу к телефону. Набрал 02, сказал, грабил квартиру и дал свой адрес. Возвращаюсь, лохотронщики мордой в пол лежат над одними милиции с автоматами. Что, спрашивают, пропало? Я говорю, рояль фирмы «Беккер». Лохотронщики, что врешь, гад? Я говорю, ах так? Тогда еще сервис на 100 персон. И персидский ковер размером 2 метра на 20. Который приз обещал кричить, в твоей квартире этого не поместится. Я говорю, я ковер на потолке держал. Рояль у меня стоял вертикально. А сервис на антресоле был, где старые ботинки. Мой бывший соперник кричит, убью гада. Я говорю, ах так? Тогда еще пропало колье с бриллиантами. Бриллиантов было так много, что колье могли носить только две женщины сразу. Который приз обещал, кричит, он врет. Мы с ним на улице познакомились. Я говорю, тогда скажи, как меня зовут? Он говорит, козел. Я говорю, ах так? Тогда со стен у меня пропали картины Рембрандта «Мадонна Люси». Саврасова «Грачи охренели» и портрет Лужкова «Работа Шишкина». А также икона Андрея Рублева, на которой преподобный Ельцин играет на барабане. Лохотронщики кричат, ну тебе не жить. Я говорю, ах так? Тогда из шкафа пропали акции «Газпрома». Акции были свернуты в рулон, и на каждом было написано 54 метра. Лохотронщики кричат, мы тебя уроем, тварь. Я говорю, ах так? Тогда из погреба у меня пропал сундук с золотыми монетами, на которых отчеканен профиль Ивана Грозного и надпись «Замочу в сортире». Ну, патрончик, сейчас какой погреб, ты же на 5-м этаже? Я говорю, я имею в виду ванну, у меня там холодно, как в погребе. Я даже голову всегда мою в шапке. Кстати, шапка пропала тоже, шапка Мономаха. Ну, патрончик, сейчас он псих. Я говорю, ах так? Тогда еще пропала жена. Красивый, умный, знал 4 иностранных языка. Но говорил по-русски только 2 слова, мой пупсик. И тут черт принес жену. Языков она не знает, а внешне похожа на депутата Шандыбина. И говорит, что тут за люди? Милиционер говорит, это те, кто вас ограбил. Жена говорит, неужто Гайдар? Милиционер говорит, из-за кого у вас нет картины рояля. Жена говорит, так это из-за этого идиота, и показывает на меня. Ну, милиционеры и лохотронщиков отпустили, меня забрали. Я спрашиваю, за что? Они говорят, что врал меньше, лохотронщик. Женский парный стриптиз. В меру пошлый ведущий. Женщина говорит своему мужу, а ты подумал, что идет весна, и мне не во что раздеться? Три полных женщины садятся в машину на заднее сиденье. Волнуются, что не поместится. Одна говорит, давайте сядем черепицей. В парикмахерской я пытаюсь как-то руководить процессом. Парикмахерша, да не волнуйтесь, мы работаем без брака. Как это? Он уже отрастает. В феврале 96 года Зиновий Ефимович Герд снимался в Одессе у какого-то режиссера, жил с женой в гостинице «Красная».
завтрак из любви и уважения к артисту приносила в номер сама метрдотель ресторана. Видно, яркая одесская женщина. Она стучала в дверь, и когда жена Герта ей открывала, торжественно входила в номер и спрашивала: «Ну что, мой уже встал?» Одесса. Вот просто фраза. Поразительная, конечно. О, он известный художник, продолжатель дела Айвазовского на суше. Знакомый купил своему 5-летнему сыну ежика. Папа, а как с ним играть? Как хочешь, так и играй. Как хочешь, жалко. Моя жена меняла $10 в обменном пункте. Кассирша говорит: «А что это у вас за купюра? Какая-то она не такая». А я, между прочим, у вас ее на сдачу и получила. Да, тут я смотрю на нее лицо знакомое. Диалог в магазине. Простите, у вас кофе молотый или растворимый? Растворимый. А хороший? Ну, я не знаю, люди берут, растворяют. Возглас на фуршете. Хорошо сидим? Это вы мне просто поверили. Двое рассуждает, можно ли пить. Первый. Мне доктор сказал, что каждый человек имеет право хотя бы раз в месяц дать встряску своему организму. Так это что, получается, раз в месяц не пить? Муж и жена. Ты куда? В магазин. Деньги взяла? Взяла. Смотри, не трать. Одесса. Молодой человек, вы не могли бы проводить меня до дома? Только взглядом. Свежие, а как же, они давным-давно свежие. Как вы можете дышать этим воздухом, а мы не затягиваемся. На рынке Привоз в Одессе, знаете рынок, знаменитый рынок Привоз. Ну и где же ваша лошадь? Какая лошадь, мадам? Которую вы продаете? Я продаю кролика, куда вы смотрите. Я смотрю правильно, я смотрю на цену. И услышанных в Одессе. Надпись на стене. Не облокачиваться, дом в аварийном состоянии. Табличка. Лифт поднимает только вниз. Объявление. Ускоренное обучение английскому языку методом внушения. Суть метода. Преподаватель в течение недели внушает ученику, что он знает английский язык, после чего тот уезжает за границу и всю оставшуюся жизнь пытается внушить это окружающим. Двое вышли из одесского оперного, посмотрев балет. Один говорит: «Ты знаешь, никакого удовольствия, но кроме эстетического». Дубовицкая. Регина Дубовицкая. Встречайте. Здравствуйте, мои дорогие, дорогие мои. Здравствуйте, я ваша тетя. Так, я смотрю, кто-то уже проболтался, что сегодня в этом концерте буду участвовать я. Да. Иначе как объяснить то обстоятельство, что здесь собрался почти полный, что нет, да, аншлаг. Ну вот, дорогие мои, не успела я выйти на эту сцену, как ко мне из зала уже пришла записка. А где же у меня эта записка? А, вот она. И сейчас мы с вами, дорогие мои, с этой записочкой что сделаем? Все равно, не догадайтесь, мы ее прочитаем. Читаю. Регина. Регина, покажите, пожалуйста, наверное, да? Вот у меня почерк, сама не могу понять, что... покажите, пожалуйста, в аншлаге молодых артистов. Ну что ж, я отдала молодым столько своих лошадиных сил, что было бы глупо не показать вам одного представителя моей фабрики звезд. Да, дорогие мои, фабрики, которую называют «Фабрика региновых изделий». И первым на эту сцену выйдет молодой юный артист, 25 лет на эстраде. Это всегда веселый, озорной, неповторимый. Что? Нет. Да, встречайте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вот не думал, что сегодня окажусь здесь. Спокойно сидел в кабачке, отмечал 300-летие. Почему свое, Йохан Бабай? Питера? Подходит Леон Измайлов. Это Юрок, надо выступить там на концерте. Я говорю, не могу, занят. Он открывает портфель, достает. Хватит? Я говорю, еще. Да тексты, тексты. Что, деньги думаешь? И вот я здесь. 40 лет, дурак дураком. Два высшего образования. Чем занимаюсь? Дурачусь. Ну, главное, что... Можно и подурачиться. Поехал брат к сестре на вороном коне. Сестренку уповедать, денежку занять. Займи, сестренка, денежонку, зарплата жена душит. А тут, ёп, у меня самого денег нету. Ой, блин. Дурак дураком, 40 лет, два. Моя версия. Я подожду. Благодарю, теперь начнем. Миша, еще раз найду в твоем портфеле чужие колготки, убью. Завтрак на столе покорми кота, твоя жена. Это из неоконченных произведений? Сейчас найдем что-нибудь по темочке. Так, это я уже читал. Это не поймете, даже я не понял. А вот у меня для писателей. Если тянет сказать, надо высказаться. Если тянет молчать, надо вымолчиться. А если тянет писать? Сейчас некому стало читать, все стали писать. Даже мэр Лужков, и тот написал книгу. Я ее, правда, не читал, поэтому ничего плохого сказать не могу. Зато теперь мы с Лужковым очень похожи. Он писатель, и я писатель. Он Михалыч, и я Михалыч. Он в кепке, и я лысый. Он мэр, и меня тоже не все любят. Так что запомните, ребята, у нас есть только один нормальный сатирик. На «Ж» начинается, на «И» кратко заканчивается. Я подожду. Спасибо, я смеха ждал. Ну и последнее. Это просто гениально. Благодарю за внимание. Я не слышу. Узнаю, ну слава Богу, думала, не туда попала, слухай. Здравствуйте, люди, счастье ваше приехало. Очень приятно, ортодоксальная сердючка, без всяких вот этих наворотов, все такая исконная, знаете. Ой, ну что, с одной стороны, я, конечно, звезда эстрады, с другой стороны, простая женщина. Я хочу поговорить о том и о другом. Ну, вы знаете, я слежу за нашей эстрадой, мне нравится, конечно, все. Я вообще с нашей эстрадой балдею. Всего Пол Маккартни приехала в Москву. На целого не хватило грошей. А воно заспевало лучше, чем все наши звезды. И вот, помните, была такая детская песенка? Тихо в лесу, только не спят дрозды. Ну, помните, да, что-то такое было. Вот, и я сочинил одну куплетик буквально. Спою, если не пройдет, все, я остановлюсь. Тихо в лесу, только не спит алсу. Хочет алсу к иглесе осу, только не спит алсу. Прошло, замечательно, слушай. Ну еще одну, можно? Она такая на грани уже. Тихо в лесу, только не спит сосон, Павлиашвили, знаете? Очень, наверное, сосо хорошо, если не спит сосо. Тоже прошло, нормально. С другой стороны, конечно, простая женщина, ну начнем с плохого, с работы. Работа у нас, конечно, тяжелая, надо уходить куда, не знаю. Слухай, вот тем рейсом два пассажира, мужик с бабой, шоу думали, вроде приличные люди, слухай. Ну мы сидели в вагоне-ресторане, все, все отмечаем, да.
Из закуски только тик-так, слушай. Не, баба, приятно, такое отступление. Сижу, и два хлопца из-за меня подрались. Мне так приятно, слухай. Сижу, я королева, они бутузят друг друга. В один кажет, забирай ее себе, другой кажет, нафиг она мне нужна. И мне два пассажира, они берут на грудь, вот лезут на крышу вагона. Думаю, что им там надо на крыше? А они стоят, за руки держатся. С пьяным кажется, что они на Титанику. А похоже, знаете, высота вокруг, степь, как море, закат, ветер в лицо дует. Вокруг коровы, как дельфины. А потом у них прямо на крыше, передача интеллигентная, неудобно говорить, у них был контакт. С контактным проводом. А, да ничего, обошлось. А только, знаете, волосы позакручивались, а морды почернили, как у негров. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Пришел доктор, сказал, ну что, жить будут, а контактировать больше не смогут. Все. Конечно, когда на сцене две звезды, они ни за что не уживутся. А что делать мне, бедной суперзвезде, когда там за кулисами мегазвезда? По нашим правилам я должна текать, чем дальше, тем лучше. Что делаю без удовольствия, но со скоростью поезда. Целую вас всех. Встречайте мегазвезду. Я так спешил к вам, что загнал трех лошадей, три шпаги и свой шикарный черный плащ. Загнал. Ну, давайте сегодня вспомним что-нибудь старенького. Опять скрипит мой голос, как седло. Но здесь не я пою вам, как ни странно. Куда вас, зритель, к черту занесло? Неужто вы не видите обмана? Пана Пономаренко нас собрал в одном кругу. Копирует каналья, и я так не смогу. Послать бы его в попу, в попу, в попугае Венам. Петь песни в клетке за мерсибоку. Пусть там шепнет судьбе. Пусть там шепнет судьбе. Пусть там шепнет. Мерси боку, мерси боку. Добрый вечер. Добрый вечер. На ковре из желтых листьев в платьице простом. Сколько раз я пел со сцены эту песню. Пусть танцует в подворотне осень вальс бастон, но не вечно она, вечен мой баритон. Как сейчас вижу сон. Удивительный сон, что на подпевках у меня Селин Дион. Юдашкин гладит костюм, Майкл Джексон бегает в гум, и от Агутина ко мне бежит ворум. На сегодня хватит. Рижское зморье, воздух свеж.
Там бродят люди без одежд. Прекрасно, там есть дикий пляж. Там дедушка Семёныч убирает пляж. Семёныч виден всем за три версты. О, ес, Семёныч носит красные трусы. Все смотрят на него, ну что за странный дед? На целом побережье он один одет. Дед. О, Семёныч!